Все чаще в финансовых и экономических новостных выпусках мы слышим об успешности Гонконга. Более того, город-провинция стал олицетворять такое явление, как экономическое чудо. Но такое ли уж это чудо в условиях высокой трудоспособности населения? Как только над Гонконгом встает солнце, тысячи рабочих начинают свой день на фабриках, торговых предприятиях и в порту. По центральным улицам торопятся служащие зарубежных компаний, которых здесь предостаточно. Свободная экономическая зона привлекает иностранные инвестиции и успешных предпринимателей со всего мира. Именно здесь самые низкие налоги и наипростейшая процедура открытия бизнеса. И именно здесь самый высокий уровень жизни населения и экономической свободы. Процветание Гонконгу приносит и транспортная система. Крупный торговый порт и 6 аэропортов предоставляют городу пальму первенства в числе реэкспортеров. Одним из самых востребованных товаров участников логистической цепи является компьютерная техника. Из Гонконга во все части земного шара отправляются изобретения, столь необходимые для современной жизни и для торговли на рынке Форекс в частности.